такое слово запутанное, что, в принципе, обычный человек считает его матерным. На самом деле, в переводе конформизм, да, стремление следовать за мнением большинства, быть большинством. Так вот, конформизм – это важный эволюционный механизм, который помогает человеку жить спокойно, долго и, главное, счастливо. Понятно вам всем? Да. Дальше. Люди, которые спят менее 5 часов, их можно приравнять к курильщикам. Это про меня. Именно такой вред. Курите, то есть продолжайте курить. Продолжай курить. Продолжайте курить, да. Я брошу курить, только пока семья нового куска. Да. Ученые выяснили, почему умные... Не только Сергей не курит. Ученые выяснили... Вообще ни разу не курил, не брал в руки сигарету. Почему умные люди живут дольше? Это вас, кстати, не касается. Почему? Потому что...